Дорогие ребята, начинаем урок литературного чтения. Тема урока – Григорий Остер, вредные советы и как получаются легенды. Если вы согласны, что читая, человек узнает много нового, то кивните головой. Если вы согласны, что книга – лучший друг, то похлопайте в ладоши. И если вы уже настроены на работу и готовы выполнять задание, то улыбнитесь. Начинаем с речевой разминки. Прочитайте скороговорку по слогам. Мартышка с Мартынкой пошли с позаранок на рынке купить молока и баранок. А кроме баранок, сынишки Мартынки купили на рынке 4 картинки. Прочитайте с радостью. Мартышка с Мартынкой пошли с позаранок на рынке купить молока и баранок. А кроме баранок, сынишки Мартынки купили на рынке 4 картинки. А теперь прочитаем скороговоркой. Мартышка с Мартынкой пошли с позаранок на рынке купить молока и баранок. А кроме баранок, сынишки Мартынки купили на рынке 4 картинки. Молодцы, ребята! Сегодня нас ждет встреча с писателем, который дает детям вредные советы, написал увлекательный задачник, знает, как сделать зарядку для хвоста, и он знаком с микробом по имени Петька. Догадались, кто этот писатель? Совершенно верно. Это Григорий Остер. У Григория Остера много различных интересных книг. Цель нашего урока – изучить творчество Григория Бенционовича Остера, формировать интерес к чтению произведений писателя. Сейчас вы узнаете немного о жизни писателя. Григорий Бенционович Остер – детский писатель. Он родился 27 ноября 1947 года в Одессе. В 1970 году приезжает в Москву и поступает в институт. Во время учебы писал пьесы для кукольных театров. В 1975 году вышла первая детская книжка. В 1990 году публикует знаменитые детские книги «Бабушка удава», «Вредные советы», пишет сценарий для мультсериала «Зарядка для хвоста», «38 попугаев» и другие. В последние годы появились книжки новой серии «Задачник. Ненаглядное пособие по математике» и «Ненаглядное пособие по физике». С 2008 года вместе с певицей Натальей Ионовой ведет программу «Детские шалости» на телеканале СТС. Мы узнали интересные факты из жизни писателя. Теперь приступим к знакомству с его произведениями. Какое настроение вызывает у вас книги Григория Остера? Как вы думаете, почему? Ученые открыли, что на свете бывают непослушные дети, которые делают все наоборот. Им дают полезный совет – умывайся по утрам. Они берут и не умываются. Григорий Остер решил давать вредные советы непослушным детям, которые все делают наоборот. Услышит такой ребенок вредный совет, сделает по-другому, и получится как раз правильно. Но недавно ученые догадались, что послушным детям вредные советы тоже нужны. Оказывается, на послушного ребенка вредный совет действует как прививка от глупости. Теперь ученые разрешают читать вредные советы всем детям, и послушным, и непослушным. Ну что ж, раз ученые разрешают всем детям читать вредные советы, почитаем их и мы. Откроем учебник на странице 183, читаем первый совет. Когда состаришься, ходи по улицам пешком, не лезь в автобус, все равно стоять придется там. И нынче мало дураков, чтоб место уступать, а к тем далеким временам не станет их совсем. Как вы понимаете этот совет? Как себя нужно вести в общественном транспорте с пожилыми людьми? Какой полезный совет скрывается в этом вредном совете? Всегда помогай пожилым пассажирам и уступай
им место. Читаем второй совет. Если друг твой самый лучший подскользнулся и упал, покажи на друга пальцем и хватайся за живот. Пусть он видит, лежа в луже, ты ничуть не огорчен. Настоящий друг не любит огорчать своих друзей. Понравился ли вам этот совет? Как бы вы поступили, если бы ваш друг свалился в лужу? Вам бы понравилось, если бы над вами смеялись в этой ситуации? Конечно же, нужно помочь другу и ни в коем случае не смеяться. Переходим к третьему совету. Потерявшийся ребенок должен помнить, что его отведут домой, как только назовет он адрес свой. Надо действовать умнее. Говорите: я живу возле пальмы с обезьяной на далеких островах. Потерявшийся ребенок, если он не дурачок, не упустит верный случай в разных странах побывать. Каков смысл этого совета? Чтобы вернуться к своим родным, нужно знать адрес, по которому ты проживаешь. А то увезут тебя в дальние страны, а родителей рядом нет. Какова же настоящая цель автора? Чего он хочет добиться, давая вредные советы? Обычно дети не любят слушать советы, а эти очень интересные. Читаешь их и понимаешь, как нельзя поступать. Ребята, а можно ли эти вредные советы назвать добрыми? Подумайте. А сейчас я вам предлагаю отдохнуть. Встаньте и повторите движение вместе с нашей музыкой. 1, 2, 3, 4, 5. Начинаем мы шагать. 6, 7, 8, 9, 10. Начинаем петь на месте. 1, 2, 3, 4, 5. Начинаем приседать. 6, 7, 8, 9, 10. Дружно прыгаем все вместе. 1, 2, 3, 4, 5. Начинаем танцевать. Отдохнули и продолжаем. Ребята, вы помните, что Григорий Бенционович Остер жил в Одессе? Он часто прохаживался по старинным переулкам, слушал, как шелестят листья лаврового дерева, и вдыхал их аромат. Как вы думаете, что сочинял Григорий Остер после прогулок? А вы хотели бы это узнать? Григорий Бенционович написал книгу «Легенды и мифы лаврового переулка». Откройте страничку 184 и прочитайте название рассказа. Как получаются легенды? Как вы понимаете слово «легенда»? Я вам предлагаю ответить на вопрос. Где можно найти данную информацию? Можно посмотреть в толковом словаре Ожегова, ну или в интернете. Легенда – это поэтическое предание о каком-нибудь историческом событии, о героических событиях прошлого, вымышленное сведение о себе того, кто выполняет секретное задание. Также можно сказать, что легенда – это жанр устного народного творчества, рассказ поучительного содержания о выдающемся событии или о поступке человека, о чудесном происшествии, которое воспринимается как действительное. А что такое переулок? Переулок – небольшая, обычно узкая улица, соединяющая две другие, параллельные улицы. Лавр – вечно зеленое растение с пряным запахом. Ребята, а у нас растут такие деревья? Каждый из вас знает, как пахнет лавровый лист. И, конечно же, знаете, где используют листья этого дерева. А вы знаете, как получаются легенды? Об этом мы узнаем, послушав рассказ Григория
Остера. Как вы думаете, о чем этот будет рассказ? Вы следите и слушаете рассказ. «Как получаются легенды?» – написал Григорий Остер. В раннем детстве люди верят во все – и в шапку-невидимку, и в бабу-ягу, и в то, что на свете бывают мальчики и девочки, которые никогда не балуются, всегда слушаются старших и с утра до вечера вытирают ноги, прежде чем куда-нибудь войти. В каждой стране, в каждом городе, даже в каждом дворе рассказывают свои мифы и легенды. А перед тобой, уважаемый читатель, лежат легенды, которые рассказывают друг другу в Лавровом переулке. Есть в Лавровом переулке легенды старинные, которые еще прабабушки и прадедушки рассказывали бабушкам и дедушкам, дедушке и бабушке, папам и мамам, а папы и мамы и сейчас рассказывают их своим детям. Вот, например, легенда про мальчика, который никогда не умывался. Ему говорили: «Посмотри на себя, на кого ты похож стал?» А он отвечал: «На дедушку и немножко на тетю Раю, которая живет в Одессе». В конце концов, он стал такой грязный, что однажды мама не узнала его и не пустила домой. Несчастному ребенку пришлось уйти в лес, и всю дальнейшую жизнь он прожил там, сидя на дереве. Есть другая история про девочку, которая очень плохо ела и совсем не пила молока. Эта девочка стала такая худенькая и легенькая, что однажды ее унес ветер и обратно не принес. Говорят, она до сих пор где-то летит вверх ногами. Вот такие удивительные мифы и легенды рассказывают родители своим детям в Лавровом переулке. Но те легенды, которые мальчики и девочки Лаврового переулка рассказывают друг другу, еще удивительнее. Вот теперь вы знаете, как получаются легенды. О чем говорится в первой легенде? Что произошло с мальчиком? Легенда о мальчике, который не хотел умываться. Мальчик ушел в лес и всю дальнейшую жизнь прожил там, сидя на дереве. О ком была вторая легенда? О девочке, которая очень плохо ела и совсем не пила молока. Ее унес ветер, и она до сих пор летает. Ребята, объясните, как же получаются легенды? Легенда связана с реальной историей и реальной местностью. События, описанные в ней, обязательно переходят в фантастические. Для чего Григорий Остер написал нам произведение «Как получаются легенды»? Эти легенды учат детей быть воспитанными и прилежными, и баловаться, слушаться старших. Давайте попробуем сочинить легенду. Я начну, а вы продолжите. В одной деревне жила умная девочка. Она хорошо училась, и за это родители подарили ей смартфон. Девочка постоянно ходила с этим телефоном, даже на переменах не выпускала его из рук. И вот однажды... Продолжите, пожалуйста, что случилось? Наверняка у каждого из вас получилась своя история, своя легенда. Ребята, мы со всеми поставленными задачами урока справились. Мы знаем, для чего Григорий Остер написал книгу «Легенды и мифы» Лаврового переулка, где пригодятся нам эти знания. А теперь я предлагаю вам выбрать по два предложения и закончить фразу. Сегодня на уроке я узнала, на этом уроке я похвалила себя за что-то, после этого урока мне захотелось. Также я вам даю домашнее задание на выбор. Выразительное чтение, пересказ произведения «Как получаются легенды», придумать свою легенду, подготовить вопросы к викторине о Григории Остере и его творчестве. Также узнать у родителей легенды семьи. Урок окончен. Спасибо всем за внимание.